Деньги на детей будут. В Ярославле начали принимать заявления на получение субсидии, о которой на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. Новогодние настроения. В Ярославле проводят праздники, украшают дома и раздают подарки. Взрывной товар. В Ярославле спасатели проводят рейды по магазинам с пиротехникой. И Серов, и ярославцы. Жители столицы региона могут увидеть уникальные шедевры. В прямом эфире городского телеканала работает информационная служба. В студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. В Ярославле начался прием заявлений на получение субсидий на детей до 7 лет. Об этом городскому телеканалу сообщили в правительстве региона. Напомню, на ежегодной пресс-конференции с главой государства Владимир Путин пообещал выплатить семьям на каждого ребенка дошкольного возраста по 5000 рублей. Для этого нужно заполнить специальную форму на портале госуслуг или прийти лично в отделение Пенсионного фонда России. Как отметил глава региона Дмитрий Миронов, в области из федерального бюджета поступит более полмиллиарда рублей. Деньги будут выделены в том числе и новорожденным в срок до 1 апреля следующего года. Количество умерших от коронавируса растет. За минувшие сутки с инфекцией не справились 6 ярославцев. Мужчины и женщины в возрасте от 44 до 93 лет. Таким образом, с начала периода COVID-19 унес жизни 136 человек. Количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 190 человек. Всего с начала периода пандемии в области выявлены 19 827 заболевших. Муниципалитеты – лидеры по их количеству: Ярославль, Рыбинск, Ростовский район. Выздоровели и выписаны еще 176 жителей региона. Глава региона Дмитрий Миронов провел первое заседание Совета по вопросам высшего образования и науки. Он был создан в регионе по поручению президента Владимира Путина. Совет объединяет руководителей вузов, научных учреждений, представителей предприятий и сотрудников органов власти всех уровней. По словам губернатора, Ярославская область по созданию и использованию цифровых технологий занимает сегодня 6-е место в ЦФО и 15-е место в России по уровню трудоустройства выпускников. Более 28% работающих имеют высшее образование. При этом треть из них – молодежь. В настоящее время в регионе 20 вузов и филиалов. В них сегодня по 145 направлениям подготовки и специальностям обучаются более 30 тысяч студентов. Для области актуально внедрение научных инноваций в производстве и наращивание квалифицированных кадров. Эти и другие задачи призван решать региональный совет по вопросам высшего образования и науки. Также важными темами в его работе должны стать вопросы участия вузов и научных организаций в реализации национальных проектов. Также расширение целевой подготовки специалистов и, конечно же, трудоустройство выпускников. Председатели территориального общественного самоуправления наделят более высокими полномочиями. С такой инициативой вышел мэр Ярославля Владимир Волков. На заседании Координационного совета по развитию ТОС был принят целый ряд мер, направленных на улучшение взаимодействия органов общественного самоуправления и структур мэрии. В частности, были выбраны председатели, которые станут помощниками глав территориальных администраций. Это введение института помощников глав территориальных администраций, который должен стать эффективным инструментом в отстаивании интересов конкретной своей территории. Помощники получат специальное удостоверение, работу будут осуществлять на безвозмездной основе. Кроме того, представители ТОСов будут включены в работу городских комиссий. Предложили лидерам ТОС выбрать то, что им ближе, интересней, какие направления деятельности будут более полезны с точки зрения их личного участия. Это и Корсовет по патриотическому воспитанию, это и комиссия по незаконному использованию земельных участков, и по контролю за работой управляющей компании, ну и целый ряд других. Последний месяц уходящего года – время подводить итоги работы, проделанной в Ярославле. Благоустройство парков и скверов, ремонт дорог, расселение аварийного жилья, взаимодействие с общественностью – все это ежедневно оцениваем вместе с экспертами региона в рубрике «Год решений».
Сложности 2020-го не повлияли на взаимодействие власти с общественностью. Об этом заявляют городские активисты. Личных встреч и правда стало меньше, однако взаимодействие перешло в онлайн-режим. В этом году прошли масштабные ремонты дорог, благоустроено больше 20 дворов. По всем направлениям мэрия взаимодействовала с активистами. План работ, уверяют в администрации, формировался с учетом мнения населения. Главное, чтобы ярославцы сами проявляли интерес. У нас сейчас очень работают хорошо общественные приемные. Вот, то есть все главы принимают, ну, то есть проводят приемы. И то есть людям, да, можно всегда, даже вот с управляющей компанией, чтобы найти взаимодействие, всегда можно записаться на прием. Их двери открыты. Просто люди зачастую сами не хотят этого делать. Вот, то есть там раз, да, даже элементарно не оставляют заявки. Вот это большая проблема. Когда, то есть, люди сами начнут заботиться в первую очередь, да, хотя бы вот даже о своем доме, о своем дворе, благоустройство будет более развиваться. Все о городском транспорте систематизировано и в открытом доступе. В Ярославле заработал сайт «Яртранспорт». Для большего удобства созданы и группы в социальных сетях. На площадках будут размещать всю актуальную информацию по реорганизации транспортной сети города. Новые маршруты, стоимость и оплата проезда, пересадочные пункты и многое другое. На сайте ярославцы смогут получить ответы на все волнующие их вопросы. Напомню, транспортная реформа призвана улучшить доступность и качество перевозок. Городские власти озвучивают ее главные преимущества. Это отслеживание автобусов, единая система оплаты, льготы и маршруты, построенные на основании запросов жителей. Новая система должна начать работу в марте 2021 года. Ярославцы жалуются, что по вечерам не могут дождаться маршрута. Контроль за соблюдением расписания ведут власти на регулярных рейдах. В основном они проводятся на конечных остановках. Следят за маршрутами, на которые чаще всего жалуются жители, как на регулируемых тарифах, так и за остальными. По первым замечаний намного меньше. Вечернее время не соблюдают расписание или вовсе не выходит на последний рейс. В основном маршрутки, констатируют проверяющие. Очередной рейд состоялся на остановке «Машприбор». Проверили весь транспорт, отправляющийся с этого пункта. Нарушений выявлено не было. При проверке на месте у водителя проверяется, значит, путевой лист, смотрится расписание движения, вот, сверяется с утвержденным расписанием, выданным Яргортрансом. Если расписание не соблюдается, перевозчик не объясняет причину, против него составляют акт об административном правонарушении. Его передают в органы Гостранснадзора, наказание – штраф. Подобные рейды осуществляют еженедельно в разных районах города. Если на Машприборе нарушений не выявлено, то прошлые проверки в Красноперекопском и Фрунзенском районах дали обратный результат. Рейды проводят по просьбам жителей, которые регулярно обращаются в управление городского пассажирского транспорта. Причины разные. Самое частое – вечером дождаться маршрутку очень тяжело. Проблематично очень уехать. А в большинстве они просто не доезжают до сюда. В большинстве случаев. Вот, проходишь пару остановок туда дальше и реально сесть. Ну, вот в вечернее время после 6, да, вот проблематично уехать. Приходится очень долго ждать маршрутку. Многоквартирные дома украшают к Новому году. На Батова 26 все уже готово к празднику. Управляющая компания совместно с жителями украсила крышу и подъезды. По 4 гирлянды на каждой входной группе, 500 огоньков наверху. И, конечно, нарядные окна. Их украшают сами жильцы. Этот дом претендует на победу в конкурсе на лучшее украшение зданий. Два раза он его уже выигрывал. Действительно приятно, что управляющие организации не остались в стороне, активно принимают участие в новогоднем оформлении города, в том числе участвуют в конкурсе «Новогоднее, лучшее новогоднее оформление многоквартирного дома». Мы в своем зрелом возрасте исполняем свои детские мечты. То есть хотим, чтобы было красиво, светло и радостно. То, что мы недополучили в детстве, мы стараемся воплотить в жизнь сейчас для наших детей. Постоянно украшается наш дом, и каждый год что-то привносится новенькое. И вот ты идешь с работы, вроде уставший, видишь это вот буйство красок, и как-то становится радостно, и чувствуется приближение Нового года.
Городской телеканал уже украсил елку и приготовил подарки. Чтобы их получить, нарядите елку вместе с ГТ. Ваша новогодняя инстаграм-красавица может быть любой в стиле ретро, боха или хай-тек, уютной, семейной, с работы, украшенной вместе с детьми или домашними питомцами. Мы принимаем все варианты. Чтобы получить презент, нужно нарядить елку, сфотографировать ее или снять видео, разместить пост в своем инстаграм-аккаунте с хэштегом «Наряди елку с ГТ», отправить пост в сторис, отметить городской телеканал плюсом, подписаться на аккаунт нашей телекомпании. 29 декабря мы подведем итоги и вручим подарки победителям. Дмитрий Миронов отправил чудо-мобили с новогодними подарками в многодетные семьи. Новые холодильники, стиральные машины, ноутбуки для обучения, телевизоры, принтеры, морозильники. Вся техника приобретена на внебюджетные средства по инициативе главы региона. Один из таких подарков сегодня достался многодетной семье Курзановых из Ярославля. Стиральную машину лично вручил Дмитрий Миронов. Яна и Александр награждены региональной медалью за верность родительскому долгу. У них 9 детей. Самому старшему 16 лет, младшему 1 год. Курзановы активно занимаются общественной деятельностью. Практически все ребята занимаются спортивным ориентированием, завоевывают призовые места на областных и всероссийских соревнованиях. Любопытно, что все девочки в семье названы на букву А, а мальчики на С. Сегодня я хотел бы сделать такой вот небольшой подарок для вашей семьи. Это стиральная машина. Вот, я думаю, что это будет хорошим подарком, и будет побольше времени для общения, вот, и поменьше таких вот бытовых вопросов, а побольше общаться здесь, с детьми, дома, да, с детьми. Времени больше будет, да. Я вас поздравляю. Спасибо. Давайте большое вам успехов и всего вам самого доброго. Не ожидали. Нет. Все очень, очень внезапно. Неожиданно, да, совсем. Ну, приятный сюрприз. Да. Очень. Чудо-мобили с подарками от губернатора отправятся практически во все районы области. Подарки получат более 30 семей, в которых воспитываются порядка 300 детей. В эфире наших коллег радио «Хит ФМ Ярославль», входящим в медиахолдинг городского телеканала, тоже царит предновогоднее настроение. На частоте 105.6 FM стартовала праздничная акция «Поймай Деда Мороза». В программе «Хит Привет» ведущие называют местонахождение хит-ФМовского Деда Мороза и праздничный пароль дня. Тот из радиослушателей, кто первым найдет зимнего волшебника и назовет соответствующий пароль, получит новогодний подарок от хит-ФМ Ярославль. Слушайте внимательно эфир по будням в час пополудни и действуйте. Новогодний праздник у живой елки в юбилейном парке районной администрации и коллектив ДК имени Добрынина организовали праздничную программу для маленьких ярославцев. Водить хоровод рядом с новогодней красавицей пришли воспитанники ближайших детских садов. Под музыку ребята поиграли и потанцевали в компании Снегурочки и символа наступающего года быка. Под конец украсили елку игрушками ручной работы. Их сделали для конкурса «Маленькие ярославцы и их родители». Подобный праздник состоится через неделю в парке у госпиталя ветеранов. Очень красивая елка, классный праздник. Поздравляю всех с Новым годом. Благодаря помощи ДК Добрынина, горпарку, соответственно, и привезенной нами елки, мы пытаемся создать праздничное настроение у всех жителей Ленинского района, тем более у наших детей. Будет проведен такой же праздник на следующей неделе в парке у госпиталя ветеранов. Там тоже подойдут детишки из детских садиков близлежащих, там их еще больше, поэтому там будет, наверное, еще веселее и интереснее. В Ярославском художественном музее работает выставка Валентины Серовой. Это результат сотрудничества с Государственным русским музеем. Ярославцы, не покидая своего города, могут увидеть шедевры отечественного искусства. Марина Смарагдова отправилась на экспозицию искать связи Серова с Ярославлем. «Спор о бороде» – новый выставочный проект Ярославского художественного музея. Интерактивная экспозиция без экскурсовода и этикеток. Музейное действо с подлинными произведениями, анимацией, музыкой, светом и звуком. Волжская набережная, 1. Телефон 72-92-87. Валентин Серов бывал в Ярославле. Вот что пишет он в письме от 1 ноября 1887 года, адресованной Елизавете Мамонтовой. «Да, мне нравится иногда пожить в провинции. Да и сам город ничего. Чисто русский православный город». В письме он упоминает церковь Ильи Пророка и набережную, по которой он иногда прогуливался.
На выставке из коллекции Русского музея несколько портретов ярославцев. На одном из них инженер-путеец Сергей Чоколов. Он был дружен с Саввой Мамонтовым, строителем Северной железной дороги, так же, как и Серов. Заказ портрета – попытка поддержать молодого мастера. Искусствоведы видят в картине влияние Перова. У него учился художник. Дарование Серова портретиста полнее и ярче раскрывается в образе Прасковьи Антиповой. Она учредила в Ярославле гимназию. Девочкам не только давали прекрасное образование, это была женская гимназия, но и обучали искусству, давали уроки живописи. А чтобы было понятно, к чему стремиться, в рекреациях гимназии Антиповой висели подлинные работы Поленова, Репина, Серова. По-серовски воздушные и атмосферные женские портреты. Колористическое решение образа Варвары Васильевны Капнист дано в любимых Серовым голубоватых тонах. Но художник блестяще передал и тяжелый характер модели. Совершенно иное решение в портрете ее дочери Варвары Мусиной-Пушкиной, владелицы усадьбы Борисоглеб в Молокском уезде. Воздушность пастели создает сияние, окружающее героиню. Портрет один из первых в череде парадных. Охотино, местечко в Переславском районе, тоже воспето Серовым. Дача Константина Коровина, куда Валентин Серов неоднократно приезжал и на этюды, и для отдыха. И оба художника были и страстными охотниками, и страстными рыболовами. И вот своего друга, приятеля Константина Коровина Серов изображает на небольшом этюде. Ярославцы интересуются творчеством мастера. У каждой картины стоят подолгу, внимательно изучая полотна, ставшие народным достоянием. Много связывает Валентина Серова и с нашим городом. Марина Смарагдова, Игорь Мосин, новости города. Продолжаем выпуск новостей. Пиротехника перед Новым годом – востребованный товар, чтобы праздники прошли не только ярко, но еще и безопасно. Сотрудники МЧС ежегодно проводят проверки мест ее продажи. В рейд со спасателями отправилась и моя коллега Елена Златоустовская. На территории большого торгового комплекса в Ярославском районе расположены сразу три торговые точки, которые занимаются реализацией пиротехнической продукции. Осмотр торгового зала, проверка необходимой документации, наличие первичных средств пожаротушения и многое другое в обязательном списке проверяющих. Обращаем внимание на площадь магазина, в котором производится продажа пиротехники. Места хранения есть. Это отдельные, видите, павильоны, где одно из главных требований – это удаление самой пиротехники от граждан, покупающих. В магазинах такого типа реализуется, как правило, пиротехника 1-3 класса, которая относится к пиротехнике бытового назначения. Вариантов фейерверков, хлопушек и петард сегодня на прилавках немало, и все же во многом безопасное применение пиротехники во многом зависит от самих потребителей. Стоит помнить, что изделие небезопасное, поэтому покупать его нужно в специализированных торговых точках, а не на развалах. Время года сейчас зимнее, не исключено подмокание пиротехники, что может привести к печальным последствиям. Поэтому, пожалуйста, приобретайте в специализированных павильонах, отделах, магазинов, где вы сможете ознакомиться с сертификатами, которые в обязательном порядке прикладываются к изделиям, и ознакомиться уже с правильными применениями. Именно в сопроводительной документации четко описан процесс безопасного применения. Ни в коем случае нельзя использовать пиротехнику дома, а также давать детям. Кстати, пиротехнические изделия продаются только лицам, достигшим 18 лет. И это незыблемое правило. Елена Златоустовская, Михаил Орлов, новости города. Следственным управлением Следкома России по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ярославца. Он обвиняется в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Речь о деле полковника Евгения Терехова, бывшего начальника отдела по капитальному строительству и ремонту регионального УМВД России. Он замечен в 5 эпизодах. Согласно материалам дела, общая сумма взяток – 9 миллионов рублей. Деньги были получены от подрядчика, возводившего здание областного УМВД на Фрунзе. Терехова приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима. На очереди тот, кто, по версии следствия, отдавал деньги за покровительство. В настоящий момент Следственный комитет направил доказательства в суд для рассмотрения. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Творчество за решеткой. В Рыбинской исправительной колонии прошел мастер-класс по технике написания икон и православной живописи. Его провел ярославский художник, протоиерей Василий Шиханов.
Как отметили в колонии, православный жанр выбран не случайно. Здесь есть большая религиозная община. Осужденные участвуют в региональных и всероссийских художественных конкурсах, занимают призовые места, помогают в строительстве храма. Многие участники мастер-класса давно увлекаются изобразительным искусством. В исправительной колонии есть бывшие преподаватели, художники и просто любители иконописи. Икона сама по себе требует морального, духовного настроя. Вот, то есть, как бы подойти так с кондачка, написание икон не получится. Поэтому это требует усилий, как нравственных, так и духовных. Я закончил театральное художественное училище. В 85-м на Мосфильме работал живописцем. Вот, потом долгое время не рисовал. Сейчас это моя жизнь, это то, что я хотел заниматься, то, чем хотел заниматься на свободе, и не хватало все время времени. Темой мастер-класса для заключенных отец Василий выбрал жанр натюрморт. Творчество заняло несколько часов, за которые художник рассказал об этапах работы с масляными красками и поделился своими индивидуальными техниками. Постепенно на холсте с помощью кистей, красок и мастихина появились изображения свечи, икон и Евангелия. Специалисты отмечают, что творческое занятие положительно влияет на психологическое состояние осужденных, а сами участники мастер-класса уверены, искусство всегда интересно и важно, тем более в местах лишения свободы. Надо, наверное, собраться еще раз, может, и не один, и о многом, может быть, поговорить, что-то действительно рассказать, что-то, какие-то консультации авторам дать. Вот. Несомненно, люди интересные, люди, так сказать, с богатым, скажем там, и внутренним миром, и с какими-то целями, хорошими, благородными в области искусства. К новостям спорта. Бросай лопату, бери «Агат». Только 18 и 19 декабря скидки на все навесное оборудование и мотоблоки «Агат». Телефон Гаврилов Ями 25-434. В футбольной команде «Шинник» определен новый ветеран. Нападающий Эльдар Низамутдинов достиг гроссмейстерского рубежа, сыграв практически 260 матчей в черно-синей футболке. Предыдущий лучший результат по количеству игр в команде был у Алексея Бычкова. Он играл за ярославцев с 1993 по 2002 год и провел 246 матчей. Также среди ветеранов отмечен действующий вратарь «Шинника» Дмитрий Яшин. На его счету почти 180 игр. Сделали все возможное. Ярославский «Буревестник» проиграл московской команде «Руна» со счетом 88-63. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата России по баскетболу среди мужских команд. С первого игрового отрезка пернатые начали отставать. К концу так и не догнали соперников. Очки в составе ярославцев набрали 5 человек против 11 в составе викингов. В среднем стартовая пятерка «Буревестника» играла 30 минут, а «Руны» – 21. Как отметили в пресс-службе, тренер не выпустил на замену со скамейки запасных других игроков в силу их неопытности. Теперь подопечным Терехова предстоит долгий перерыв. Следующий матч наша команда проведет 7 января в Ярославле против «Купола». 3 золота и 1 серебро. Ярославские бадминтонисты вернулись с победой в лично командном первенстве России. Соревнования проходили в Саратове среди юных спортсменов в возрасте до 13 лет. Лучшим в парном и смешанном разряде среди юношей стал Максим Борисов. В женском парном и одиночном разряде первое и второе место взяла Алина Никитина. В соревнованиях приняли участие 126 спортсменов из 17 регионов. Как отметил тренер спортсменов, к чемпионату ребята готовились с 5 лет. Теперь в планах участие в первенстве Европы в 2022 году. В Европейскую Россию приходят очередные циклоны, предупреждают синоптики, морозы и оттепели, снегопады и метели, ветер, гололед и штормы на морях. А что в Ярославле завтра? Ольга Муравьева знает. О погоде на субботу расскажу я, Ольга Муравьева. Здравствуйте. Весь день будет облачным, возможно, небольшие осадки. Подробности далее, не переключайтесь. Решил обновить стены и пол? Массив, паркетная доска, линолеум, ламинат. От нас уходят с покупками. Домикс. Ремонт доступен каждому.
Ночью в субботу в Ярославле облачно, без осадков. Температура минус 12 градусов. Ветер западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 75%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Чистота – это комплексный подход в уборке вашего помещения. Мытье окон, химчистка мебели, ковров, матрасов. Ярославна Клининг. Чистота – залог вашего успеха и престижа. Телефон 33 81 91. Днем в субботу в Ярославле переменная облачность, осадки. Температура минус 9 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Влажность воздуха 69%. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Магазин «Мода». Фирменная мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. Уникальные и качественные бренды Италии, Германии, Финляндии и России. Магазин «Мода». Советская, 64. На этом погоде все. С вами была Ольга Муравьева. Хороших выходных. Всего доброго. Через мгновение эфир городского телеканала продолжит фильм «Место под соснами». Мотокаскадер Люк Глентон совершает турне из одной провинции в другую, показывая свои навыки и зарабатывая этим на жизнь. По окончании одного из выступлений он встречает свою бывшую девушку и узнает, что у него есть годовалый сын. Решив обеспечивать мальчика, герой бросает свою работу, становится механиком. Но заработанных денег не хватает, и тогда появляется идея ограбить банк. Наши новости также доступны на сайте gtk.tv и в соцсетях. В студии работала Наталья Пиунова. Хороших выходных. До встречи.